И долгожданный женский праздник – 8 марта. Этот праздник мы помним с детства как самый весенний, самый теплый, самый женский праздник всех мам, бабушек, сестер и дочерей. И именно в этот день мы пригласили в нашу студию необычайно весеннюю женщину, отзывчивую и добродушную, любящую жизнь, песни и свою малую родину, народную артистку Карачаево-Черкесской Республики Уртенову Тамару Магометовну. Тамара Магометовна, я вас от всей души поздравляю с этим весенним праздником, женским днем 8 марта. Самое главное, оставайтесь такой же, какая вы есть, лучезарной, доброй, открытой и творческой. Радуйте всех нас своими добрыми делами. Расскажите, пожалуйста, что для вас значит этот праздник, 8 марта? Ну, я тоже хочу вас поблагодарить и поздравить, чтобы тоже вот оставалась вот такой же красивой, юной, спасибо, обаятельной. Это краса нашего телевидения, я так считаю. Большое. Что значит для меня 8 марта? Это, ну, рождение весны, рождение жизни, скажем так. Потому что все живое начинает расти именно весной. И именно с первых чисел марта. Вроде бы смотришь, везде снег лежит, а снизу уже пробивается травка зеленая. И какие-то цветочки появляются. И вот это все как бы вдохновляет на что-то, на жизнь, я скажем так, на какие-то творческие дела иногда. И хочется и песенку спеть, и сочинить какую-то музыку. И такое бывает. Ну, как мы встречаем? Мы обычно каждый год встречали 8 марта у мамы. Дай Бог ей на том свете, чтобы у нее все было хорошо. Она, когда живая была, каждый год мы к ней ездили. И не только 8 марта, мы поздравляли ее с днем рождения, потому что это был ее день рождения. Поэтому считали, что двойной праздник у нас, это 8 марта было двойным праздником. Мы всей семьей собирались за большим столом, усаживались, не помещались, в другой комнате другой стол ставили. Ну, таким образом проводили каждые вот эти праздники, дни рождения и 8 марта. Ну, дома тоже поздравляют, дети поздравляют, цветы приносят, какие-то подарочки. Но это все не главное. Главное то, что все живы и здоровы, и в этот день здороваются друг с другом, благодарят друг друга, поздравляют друг друга. Вот это самое главное. Этот день такой чудесный, весенний день. Еще один повод, да, для радости. Да, еще один повод для радости. Расскажите о вашей маме, о той женщине, которая вырастила и воспитала такую душевную женщину, девушку. Ну, моя мама еще до войны вышла замуж, где-то в 40-м году, по-моему, она вышла замуж. Осталась беременная, отец ушел на войну уже в 41-м году. И в 43-м, ну, как известно, всех карачаевцев депортировали. И она уже с 3-летней девочкой. Вот в 43-м ей было уже 3 годика, этой девочке.
мама, ее младший брат, вот они семейкой вот таким образом добирались туда. Это, если я начну рассказывать, это будет длинная повесть. Вот то, что она мне говорила, я впитала в себе. Я даже пыталась написать какую-то повесть, и она у меня еще не законченная. Но в компьютере будем стараться заканчивать уже. Вот такие интересные и очень такие горестные истории она рассказывала. Ну, по приезде в Казахстан, они там в Казахстане их оставили. Жили они в кошаре с какими-то казахами, в одной этой комнате жили. Потом отдельно какой-то домик нашли. Ну, короче, там жила она и там же потеряла сначала дочку. Дочка заболела, умерла. И как она рассказывала, она в последние моменты, последние минуты просила яблочко. Красное яблочко просила. Я хочу красное яблочко. Но где там, короче, где только они это не искали, спрашивали. В каждый дом заходили, ни одного яблочка не нашли. И вот с тех пор, вот я просто вот немножко отойду от этого, до сих пор столько лет прошло, она, мама, не очень ела яблоки, каждый раз говорила. Я вспоминаю, как дочка яблочко просила тогда. И я не смогла, говорит, ей ее покормить. После дочки сразу мама умерла. И она с младшим братом осталась одна. Одним словом, очень много приключений, ну, такие трагические приключения у нее были. В конце концов, уже в 46-м году приехал мой отец, Козбаев Магомед Аскерович. После войны он еще оставался в Германии, оказывается, там что-то делали, они строили, восстанавливали Германию, как он рассказывал. Ну, а потом в 47-м я родилась в конце года. Потом уже другие дети, ну, и в 57-м году осенью мы обратно в Эльтаркач приехали всей семьей. И, ну, я еще маленькая девочка, лет 8-9 такая была, приехали. Дома еще нет, дом разрушенный, короче, кто-то живет в чьем-то доме. Одним словом, вот такая история была. Потом у соседей, у родственников побыли, всей этой семьей, большая у нас семья, побыли, а потом построили свой дом. Ну, жили там. Впоследствии уже лет 20 лет, да, уже назад брат 40 лет умер от инфаркта. Он, между прочим, хороший актер был. Закончил актерский факультет в Москве, закончил институт. Но умер от инфаркта. А отец не выдержал. Тоже через 6 месяцев. Тоже инфаркт получил, после него ушел. И вот с мамой мы остались. В конечном итоге, в последние годы в Джибути она жила с братом, с младшим братом. И было ей 97 лет, когда она умирала. Просто легкая такая смерть. Я всем своим родным, пусть они живут столько же, сколько она жила, я вот этого хочу пожелать. И как она умерла, тихо-тихо спала и не проснулась. Вот так она умерла. Ну, когда она вот даже старенькая, даже сильно больная лежала, я все равно старалась как-то, ну, не то, что старалась, я чувствовала себя девочкой, маленькой девочкой, а не бабушкой, да, как я являюсь. И даже вот сейчас, после ее смерти, уже 2 года, третий год пошел, иногда, когда мне плохо, такая мысль появляется, надо бы с мамой поделиться, с ней бы поговорить. И тут же вспоминаю, но ее же нету, и настроение падает. Ну, вот такая вот жизнь получилась. Ну, в общем, она хорошую жизнь, хотя и трудную, и отец, и мать у меня прожили очень хорошую жизнь, я считаю. Пусть она была трудной, вот сейчас вот такие трудности. Я считаю, современные люди не очень, скажем так, терпеливые ко всему, что происходит вокруг, да? Даже вот насколько я вот вроде в такой семье росла, и то иногда нервничаю, что-то не так вокруг, так в обществе, вот, вот насчет этого я имею в виду. А они сколько горя видели, сколько людей теряли, и все равно у них вот этот тот тонус жизненный оставался. Они стремились жить, содержать семью, воспитать детей, чтобы они были людьми. И я ни разу не слышала, что кто-то поднял руку на нас. Просто иногда бывало так,
мама ругает, говорит, а я про себя думаю, лучше бы она меня ударила, что ли. Так, говорит, так-то проникновенно все доходит. И мне так стыдно, сквозь землю проваливаюсь, ну, какие-то эти, бывают же минуты, когда что-то ей не нравится. Точно так и другие дети, вот все мы вот так росли. Как говорится, не убивай, не кради, не обманывай. Отец у нас был старый коммунист, так что при нем невозможно было какую-то неправду говорить или что-то. Настоящим коммунистом он был. Не то, что так звался коммунистом, нет. Вот таким образом выросли. А что из нас получилось, как получилось? Ну, я не могу сказать, что кто-то плохой у нас вырос. Честно, это может быть и нескромно так говорить про свою семью, но братья, сестры у меня все работящие, все с образованием. Ну, никто из них никогда на преступную деятельность никто не пойдет. То есть, скажем так, вот такие вот, вот такая у нас семья появилась, получилась. Но с тем, с кем мне повезло познакомиться из вашей семьи, вы все очень открытые и творческие, талантливые люди. Спасибо. Расскажите побольше вот о своих братьях и сестричках. Спасибо. Ну, что я могу сказать? Нас пятеро сестер. И четверо братьев. Было 9 человек, не считая уже ту девочку, которая умерла, это раньше было, да, до меня было. Я самая старшая в семье. Самый младший брат, он сейчас с семьей, ну, уехал, находится в другом месте, подзарабатывает, скажем так. Сестра младшая из сестер, самая младшая, Зарина Магометовна, она учительница, она учила очень хороших людей. И я знаю, что, и, по-моему, и вас она учила, да. Да. Вот я всегда говорю, это ученица моей сестры Зарины. Всегда вот когда по телевизору показывают, а дома Борис говорит, вот она, вот, Алика вышла, давай, пошли смотреть. А я говорю, это ученица моей сестры. Так что я горжусь вот этим, что у нее такие ученики появились. Еще одна сестра тоже учительница. Другая тоже учительница, но она не стала работать, по торговле пошла. Аклимо, знаете, это певица, народная артистка Карачаева-Черкесии. Она раньше меня даже получила это звание. Наратла жүрту кек таула, кекке жетелле каяла, мала отлаған талала, сейірлікке бір қара. Шикарный, неповторимый голос у нее. Что я могу про нее сказать? Она очень темпераментный такой человек, но открытая душа у нее. Она быстро взрывалась и быстро успокаивалась. Такая была. Очень хорошего сына воспитала. У сына теперь 4 детей. 2 старших учатся в мединституте. Ну, хорошего сына, хорошую семью сделала. И сама бедная, вот 65 лет еще не исполнилась, она умерла. Ну, после нее, конечно, у меня было очень плохое состояние. Я в себя приходила 3 года. Потом только начала приходить в себя, потом ковид начался. И все продолжение. Вот дай бог, чтобы все это закончилось. Ой, вот такие вещи. Братья, в основном они сельскохозяйственные работники. Ну, кто-то трактористом работал, кто-то прорабом, кто-то... Ну, один из братьев, майор милиции, ну, он в отставке сейчас. Вот, что еще сказать? Все воспитывают детей. Очень, ну, не могу сказать, что кто-то... Я не могу, например, стыдиться про ком-то разговаривать, рассказывать из этих, даже ихних детей. Они, дай бог, чтобы все было так же. Отлично детей воспитывают все. У всех хорошие семьи. Ну, вот примерно так. Но они воспитывают своих деток, а на вашу долю досталась такая участь, скажем так, что вы уже с юных лет воспитываете еще и чужих деток. Но они тоже со временем, да, я уверена, да, становятся своими, потому что вы уделяете им столько любви, заботы и тепла, и я вижу их взгляд, когда они смотрят на вас, эти радостные и всегда ждущие. Ждущие, что скажут, да. То ли их поругают, то ли их будут хвалить. Они всегда смотрят на вас и ждут от вас реакции. Расскажите, пожалуйста, как зародилось вообще то, что вы начали заниматься с детками, да? Обучать их? Ну,
Я всю жизнь пела, да? Угу. Я была певицей, и именно как певица получила и звание тоже. В какой-то момент, тогда после брата, брат умер, я не смогла петь, перестала петь, просто голос пропал, все, и настроения нет, ничего нету, жить не хочется. Но и как следует плакать не могла. Просто зародилась одна песня про него, «Братья» называется на карачаевском языке. После этой песни, ну хотя бы это родилась, думаю, хоть что-то я сделала, да, для брата на память. И после него я перестала петь. Тогда, до этого, у меня была такая мечта организовать именно из мальчиков ансамбль небольшой. Я тогда представляла 6, 7, 8 человек, но не больше. Вот столько детей набрать, но чтобы они пели. Угу. Я так хотела, чтобы они пели в разные голоса. Я не думала, что они вырастут, уйдут. Про это я не думала. И я представляла, что эти мальчики как будто бы будут в таком же возрасте, в такого же роста, будут петь и радовать людей. Так думала. Ну, эту мысль я хранила в себе. Но после брата, тогда директор филармонии был Кумуков Магомед. Магомед Магомедович мы его звали. Он еще живой, дай бог ему долго жить. Вот он как-то меня зовет в кабинет и говорит: «Тамара, мне жалко, говорит, твоего брата, но ты же еще молодая, ты же тоже должна жить. Вот я чувствую, говорит, что ты на сцену не можешь выходить. Может быть, что-то другое будешь делать, но просто так сидеть нельзя, говорит». В смысле, не из-за того, что он говорил, что я должна работать за деньги, да, что-то делать. Нет, просто ему жалко было. Он сказал: «Мне жалко тебя, ты пропадаешь, увядаешь, надо что-то делать». Я говорю: «Не знаю даже, что делать, Магомед. Просто у меня, говорю, была мысль такая вот организовать вот такую группу». Ну, да, он сразу загорелся, говорит: «Давай, я тебе помогу, и автобус там маленький, газель дает. Езжай, говорит, по районам, не по районам, а по аулам». Вот в Дружбу я ездила, в Юбилейный, вот вокруг, в Чапаевск. Откуда я знала, что через некоторое время это будет государственный ансамбль? Выбирала, естественно, карачаевских ребят тогда. Ну и начала выбирать именно поющих. Но самое удивительное, они все там поют, я его отбираю, а приходят, начинаю распевки делать, ни одного звука правильно не берет, и все. Я думала, что делать, как же мне быть? Ну, пришли 15 человек, короче, 15 детей пришли, мальчики все. Начали, ну, с распевки я начала как-то, чтобы одинаково все 15, чтобы один звук хотя бы вместе взяли. Не получается. Где-то через полгода из 15 осталось 7 человек. Вот столько времени я пыталась создать один хороший встроенный звук, у меня не получалось, честно говорю. Каждый день, каждый раз после репетиции я со слезами шла домой, а дома Борис говорил: «Оставь их в покое, пусть идут домой, у тебя ничего не получится». На работе говорили: «У тебя ничего не получится». А я на это не обращала внимания, нет. У меня такого чувства, чтобы там это доказать кому-то что-то. Думаю, все равно получится. Вот хочу я вот это сделать, и все, я это сделаю. И вот где-то 8 месяцев проходит, эти семеро сидят, я им объясняю, даю звук, сама даже этот звук повторяю, говорю: «Вы должны все одинаково взять этот звук, слышать друг друга». То есть, говорю, если кто-то громче поет, значит, неправильно говорю. Вот неправильные звуки будете слышать. Когда хором поете, как будто один звук, говорю, должен быть. Тихо должны петь, и все друг друга тихо-тихо слушать. Вот своего голоса не должны слышать. Ну, они начали петь. И вдруг я слышу, что они стройно-стройно так звук взяли. У меня аж дыхание перехватило, я говорю: «Стоп, больше не поем. Вы слышали, говорю, какой звук был?» Все говорят: «Да, слышали», и такие глаза. «Вот слышите, запомните, говорю, вот этот звук, и как вы его извлекли, как он звучал. Завтра встречаемся в это же время». Сейчас я их отпустила, короче. Если бы я подумала так, если начну сейчас опять пытать их, они
заблудятся, и опять такая же история начнется. Ну, пусть лучше уйдут. Ну, ушли, на другой день пришли, уже легче, уже запомнили они. Ну, в этот момент уже тогда и названия у нас не было. И ребята уже, это же мальчики, все-таки начинают вслух говорить, а танцевать нельзя, а танцора-то нет у нас. А я и сама представила, ну, хорошо, хорошо поющие тоже хорошо, но это же сцена, люди же сидят, скучно же будет просто как истукан стоять и петь. Это сколько могут терпеть зрители-то? Надо бы какие-то движения танцевальные, чтобы если они знали, то во время песни как-то бы отвлекли бы и зрителя, и все было бы лучше. Ну, опять с директором разговариваю, а он говорит, а он тоже, знаете, такой фантастический, такой человек тоже творческий. И он говорит, я представляю, говорит, вот такие эти микрофончики им повесит, а то если вот такой микрофон будет, они же не смогут, говорит, движения какие-то делать и научиться танцевать с этими микрофонами, они могут. Короче, тоже начал строить планы. Это будет бомба, говорит. И самое интересное, он мне говорил, никому не говори, что ты делаешь. Я говорю, почему? Найдется, говорю, кто-то, кто раньше тебя, твою идею возьмет, говорит, сделает, а и раньше сделает, и ты потом ничего не сможешь доказать. Ну, я и молчала, никому ничего, только родители и дети знали. Ну, и вот насчет названия начали думать со всеми родителями вместе, и насчет хореографа, чтобы пришел с нами, помог нам. Тогда еще зарплату нам не давали, я как певица получала свою зарплату. А если концерты, выезжала с концертами, вот так жили. Но сестра моя, вот эта бедная покойная, Аклима, говорит, что ты кого-то ищешь, найди Чору, говорит, Узенова. Лучше него никто не танцует здесь, в нашем городе, да и вообще в республике. Говорит, он прекрасно танцует, особенно карачаевские танцы. Это он так танцует, она начала. Я говорю, а я к этому времени знала, что Чора находится в Америке. Он тогда ездил, там работал у родственника, у кого-то был, короче, лет 6 он там находился. Это до 2000 года. Ну, она мне говорит, да ты бы сходила бы, говорит, в Эльбрус и спросила бы, он же раньше там работал, может, вернулся. Ну, однажды я иду туда и спрашиваю его. Они мне говорят, да, Чора приехал, уже здесь находится. О, а как мне его увидеть? А его уже нету сегодня. Второй день прихожу, а он сегодня не был, его не было. На третий день иду, Чору позвали, он идет и говорит, фу, это ты? А я думала, говорит, что за женщина меня спрашивает, такая красивая? Ну, я говорю, хорошо, пусть я некрасивая, ну только услышай меня, говорю, я что знаю его. И рассказала все как есть. Он загорелся, говорит, хорошо, я завтра приду, посмотрю на твоих деток, если мне они понравятся, буду работать. А пока до Чоры я пропустила этот момент. Так получилось, что приходили к нам несколько хореографов. Двое-трое приходили, по 3-4 дня работали и уходили. Почему-то удивительно, я до сих пор удивляюсь, почему они не оставались. И каждый говорил, извините, Тамара, не можем. Вот так. Они уходили, и вот в конце концов я Чору нашла. Он на другой день должен прийти, дети сидят. И я ей же им сказала, что придет Чора Исмаилович, известный танцор. Они ждут, не дождутся. Прям нервничают. Вижу по глазам, по состоянию, они нервничают, трясутся. А какой он? А что он скажет? А вдруг мы ему не понравимся? Я говорю, нет, не должно быть такого. Наверное, понравитесь. Мы будем надеяться, что понравится. И вдруг снизу вахтер кричит, Тома, вчера пришел, говорит. И я говорю, пусть поднимется сюда, поднимаюсь на второй этаж, где это артистическая филармония. Вот туда поднимается, они все семеро сидят на 7 стульях у стенки. Они повыскочили, он как заходит, говорит, салам алейкум. Они алейкум салам и стоя приветствуют его. Он говорит, садитесь, сели. Ну, я объясняю ему еще раз при них, говорю, вот, мои детки, я хочу, чтобы ты с ними начал заниматься, чтобы преподавал уроки хореографии. Ну, в основном они поющие, говорю, но с ними надо еще это, поработать. Он говорит, а ну встаньте, они все встают, повернитесь спиной ко мне, говорит.
спиной повернулись, а я про себя думаю, что он там со спиной увидит. Идет, каждому подходит так по затылочку, трогает, по плечам трогает. На тот конец пошел, на этот конец пошел. Садитесь, говорит. И они у всех такой мандраж. Все сидят. Что, да, я что? Даже сижу и трясусь, думаю, что он там увидел, что скажет. Я буду с вами работать. И вдруг такое громогласное «Ура!» Все закричали, обрадовались, выскочили, прыгают. Короче, вот с этого дня он начал заниматься уже хореографией. Ну, вокалом я занималась. Одним словом, мы добавляли в песню какие-то элементы танца. На проигрышах они танцевали, разные эти. Ну, позже уже он начал уже отдельные танцы ставить. И трюки с ними. Он же сам трюкач бывший. Mm-hmm. Так, он именно свои трюки и с ними проходит, и они... А я даже иногда говорю, вчера ты хочешь, чтобы все они трюкачами были? Говорю, у тебя же в Эльбрусе не все же трюкачи. Он говорит, а я хочу, чтобы все знали. Ну, вот так вот. До сих пор работаем в этом году. Будет 20 лет нашему ансамблю. За это время... Где только мы не были, что только не зарабатывали, у кого только не были, сколько, каких и нехороших слов слышали. И очень много и нелюбителей, и любителей. Короче, ну, в основном те, которые уважают, любят детей. И всегда, как слово харча скажешь, они сразу, о, это наши любимчики. Ну, а 10 лет назад мы поработали так. 10 лет, через 10 лет Рашид Параспевич дал нам статус государственного. Государственный детский вокально-хореографический ансамбль. Ну, и зарплату выделили. А так, кто этого бесплатно работал, Чура Исмаилович. Ну, а я свою зарплату, вот эту... Артист. Да, артист-вокалист, эту зарплату получала. Вот таким образом мы дошли до этого. Так что получается 10 лет без звания и 10 лет вот со званием государственного работаем. Осенью будем, даст Бог, если все будет нормально, отмечать 20-летний юбилей. И я надеюсь, что мы все будем встречаться там или где-то, где будет концерт. Обязательно, да. Как у вас появилась любовь к музыке? Когда вы начали петь? Ой, это у меня с рождения, по-моему. Я не знаю даже, когда появилась, я этого не могу сказать, потому что слишком маленькая была. В детстве я слышала, как мама младших детей баюкала. Ага. И... Она так красиво пела колыбельные, а я вот сидела, отворачиваюсь и плачу. Вот так мне так как-то это жалостливо она пела. Может быть, она хоть и это колыбельные песни, но она вспоминала, наверное, свою тяжелую жизнь. В голосе вот это вот, наверное, я чувствовала, я ревела, плакала, там сидела. А потом немножко подросла, ну, а мама заболела и... После третьего класса, я вам честно говорю, при честном народе, как говорится, мне пришлось бросить школу. Я потом в вечерней школе училась, закончила вечерней уже, 10 классов. И учительница один год приходила домой, дома учила меня, русская учительница, женщина. В Вильтаркаче уже здесь. А потом, ну, и они же тоже устали, наверное, сколько лет будет она ходить. Вот я так перестала, потом уже где-то... С 5 класса я уже на вечерний пошла и вот так закончила. А мама у меня несколько лет, года 3, по-моему, именно вот в то время, когда я ходила в 4 класс, с 3 класса, она заболела и вставать не могла. Я за ней ухаживала. Ну, что мне оставалось делать? Радио тогда было, телевизора не было еще. И лампы у нас были керосиновые. Угу. Помнишь? Я помню, да. Вот такие были. И вот... По радио какие песни звучат, я их учу. Слушаю, ну часто же передают, я уже запоминаю. И получается так, я сейчас теперь понимаю, тогда еще не понимала. Вот каждая певица своим голосом поет, угу. Свою песню поет, да, то, что ей подходит. А я под каждую подстраивалась и копировала их и голос каждую. Каждой певице голос копировала. Если это оперная певица, то... Оперный голос у меня появлялся. Если это народное, то народное открыто. А если эстрадное, эстрадное. Ну, короче, вот так повторяла. И вот однажды я пою. На тот мошок, та-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 та. Вот эту песню. Пою именно этим голосом, что там по радио поют. И мусор выношу.
А сама грязнуля такая маленькая еще. Не знаю, сколько лет не было. А там где-то Качи, у нашего дома дорога шла такая вниз. А поэтому по этой улице ездили и на машинах приезжали, и в лес за грибами, и из города отсюда тоже ездили, в Таркаче, за ягодами. И вот я выхожу, мусор куда-то высыпала, обратно иду, а там толпа людей стоят, и автобус стоит. Угу. Видимо, они оттуда вышли, и что вышли, не знаю, может, что-то надо было делать с автобусом. И один спрашивает: девочка, девочка. Я говорю: что случилось? А кто вот сейчас пел? А я говорю: я пела. А они, говорят, друг с другом начали спорить. Видишь, нет, я думала, радио поет. Один говорит, другой говорит: нет, я же говорил, что это человек сам поет кто-то. Надо же, и вот так, это самое удивление такое, и они уехали. Я как будто так и должно быть осталась, думаю. Ну и что, я пела, как радио пела. Ну, об этом родственники мои слышат же, дяди, тети. И вот какой-то концерт из Учкихина приезжает. Тогда был Борис Буташев, руководитель ансамбля «Миннитау» назывался ансамбль. И он до сих пор есть. Угу. А он, это они пели в основном. И хореографические номера были, но в основном певческие номера были. Вот этот коллектив приезжает к нам в Дом культуры в Эль-Таркаче. Угу. И я тоже пошла смотреть этот концерт. Ну, меня взяли с собой мамин младший брат, вот тот, который я рассказывала, он уже взрослый. А он и еще его жена, они взяли меня с собой, мы идем на концерт. Там, откуда я знаю, они, оказывается, записку дали туда ведущему, что у нас тут девочка хорошо поет, пусть она выйдет и споет. А я про это ничего не знаю. И в какой-то момент он сам вел, этот Борис Буташев. Он выходит, говорит: здесь в зале находится Козбаева Тамара. А я вокруг себя смотрю, кроме меня есть еще такая? Я очень прошу вас, пожалуйста, заходи, поднимитесь сюда на сцену. Это тебя и меня туда отправили. Короче, я пошла, а он в сторону взял, там уже номер идет, а он говорит: говорят, ты хорошо поешь? Я говорю: пою, но я не знаю, хорошо я пою или как пою, не знаю. Ну, тогда сколько лет? 13 лет, наверное, мне было. 13 лет где-то так. А ну, будешь, а какую песню знаешь? А я ни одной песни не знаю, я все песни знаю чужими голосами. Угу. Своим голосом. Я не знаю, как звучит мой голос. Короче, вспомнила я по-карачаевски. Сеньке ты музак, ты залмайчу, да. Есть же такая песня, Инарла. Вот эту песню, по-моему, они мне текст дали. И мелодию там же я учила, я не помню уже. И вот с этой гармошкой тональность он меня подбирает. И я не хочу, они меня вытащили, поставили, и пой. Я начала петь. Весь зал стоя хлопает. Ну, я ж мурашки. А я не знаю, что такого я сделала вообще-то. Спела, ну и что? А потом этот Борис Буташев лично к маме приезжал и просил: отпустите вашу дочку на концерты, на несколько концертов. Мы там ее переоденем в национальную форму, будет с нами петь эту же песню. В Ставрополе, в Кисловодске, еще где-то, короче, в 3-4 концертах я пела. У меня родственники, папины сестры жили в Мирном, и до сих пор семьи там живут. Я у них гостевала, оттуда мой дворотный брат меня возил туда, в Кисловодск, в Учкикен. И вот так я поработала, вернулась. А после этого уже, ну как, если все рассказать, то все рассказать. Получилось так, что я же в библиотеку ходила. Я не училась в школе, но книг читала очень много. И читала я такие книги не детские, а именно вот Шекспира читала. Гомера читала, угу. Шиллера читала. А там же в картотеке моя карточка. И вот из Учкикена приезжают люди, проверяют и спрашивают у библиотекаря: а что это в детской картотеке? Что за Тамара? Кто она такая? Что вот такие эти произведения читает? Она что-нибудь понимает, что ли? А библиотекарша говорит: да я тоже удивилась, говорит, что она понимает, не понимает. Начала спрашивать, она мне перевела
ну, какое-то произведение, точно, конкретно смысл, содержание перевела, то, что читала. Значит, понимает, говорит? Значит, понимает. Вот после вот этих концертных деятельностей вот та уходит, библиотекарша, и к нам опять делегация. Или отпустите Тамару учиться в музыкальное училище. Тогда в Черкесске не было, в Ставрополь. Мы сами ее повезем, устроим. И на квартиру, где как хотите, она будет закончить. Потом мы ее в консерваторию. Это ж такой талант, такой голос. Из нее очень хорошая певица выйдет. Надо ей учиться. Все такое вот так пристали к маме. А мама говорит, вы что, хотите, чтобы я умерла без нее? Я не могу без нее. Вы что, говорите? Старшая дочечка. Ну, тогда что делать? В следующий раз приехали и сказали, давайте тогда пусть дома она чует, а днем будет работать библиотекарем, мы ее поставим. Вот в 14 лет я библиотекарем работала. Заведующая библиотека, 2500 книг в библиотеке. Ну и там, естественно, приходилось устраивать какие-то уголки, уголок того-то, профессиональные такие уголки. Это мы постоянно ездили, ребята учили с Учкихена, вот так делай, теперь так делай. Приходили, потом хвалили, все хорошо получается. Потом что-то мне захотелось пьесу написать. Я написала первую свою одноактную пьесу. И с этой песней, с пьесой приехала сюда Союз писателей, им показала, им понравилось. И эту пьесу впервые я сама поставила в своем ауле там. Сама главную роль играла. И как режиссер выступала. Не могу. А и мне аж стыдно делается. Чего только не делала. Это же хорошо. Господи. У вас, хочется сказать, детство, потому что 14 лет – это еще ребенок. Да. Но можно сказать, ну, вот это все, вот сейчас пришлось мне вспоминать ее. Да. Ну, вот так вот. И пьесу поставила. Потом пела, уже там же художественная самодеятельность, пела, конечно, кроме пьесы еще. Вот так это все продолжалось, и однажды мне захотелось по радио, чтобы мой голос прозвучал. А я маме говорю, мама, я хочу петь по радио. Она говорит, а как это ты сделаешь? Я говорю, пойду поищу, где радио наше находится. Я приехала в Черкесск, она мне деньги дает, на автобус отправляет, иди, езжай. Приехала, начала спрашивать, нашла, короче, где Комсомолец, ну, он до сих пор там стоит, этот дом, дом радио. Да. Туда пошла, там работали, конечно, старые работники, не вот эти, а раньше, которые были. А. И они, Медиха Шаманова работала, да. Бедная, да. Хауа Иркенова и Люба Булурова тоже была, она молодая еще, но работала тоже. Вот они втроем собрались и спрашивают у меня, ты что, девочка, хочешь? Я говорю, я петь пришла. Они зовут туда. Представьте себе, что я тогда познакомилась с Шахарби Ебзеевым. Угу. Вот знаменитый драматург. А вот он, его позвали. Он тогда музыкальным редактором, оказывается, на радио работал. И еще один такой кудрявый большой мужчина. Я его имя забыла, честно говоря. И вот они вдвоем пришли. Они мне нашли какую-то песенку, она называется «Кайнаталнайма тенгизни». Это по-русски звучит «Не могу вскипятить море». Буквально так переводится. Вот эту песню со мной выучили быстренько. Один играет на фортепиано, другой записывает. Я с микрофоном на ушах встала и записала эту песню. Вот тут дали, тут выучила, тут же записала. Ну, уставшая, наверное, была. Приехала домой, на другой день по радио звучит. Мама плачет. Я говорю, что плачешь? Услышала. Ты такая, у тебя такой голос, говорит, грустный. Ты, наверное, голодная была. Уставшая была. Ну, вот так пошло и поехало. Когда уже хор открыли, я уже к этому времени была в Нальчике с Борисом там. В училище училась музыкальным на этом... на вокальном отделении, но диплом не получила, потому что дети появились, я уже не смогла, не получилось после таких отпусков, но не смогла получить, уехала так. А потом думаю, да ладно, и без этого, чего диплом мне дает? Здесь в Карачаевске закончила музыкальный факультет института, потом, позже. Ух, Тамара вот, Магометовна. Вот такая жизнь у меня была. Очень интересная. И я думаю, что нам надо будет
обязательно еще раз встретиться и устроить вторую часть, потому что мне, конечно, хочется узнать, и как вы с дядей Борей познакомились, как проходила жизнь в Нальчике. Но, к сожалению, нас ограничивает время, но... Да, как на поле чудес я побывала еще. Все это расскажу потом. Да, у вас очень много историй. Обязательно устроим для наших телезрителей вторую часть. Я вам обещаю, дорогие друзья. Ну а сегодня, к сожалению, нам приходится прощаться, но ненадолго. Мы вас не отпускаем просто так. Мы вам дарим фотосессию на память о нашем проекте. Да, это у нас такая замечательная традиция.